приключениях и поисках клада, о любви и жажде власти. Об этом повествует немое кино 1923 года австрийского режиссера Георга Пабста «Сокровище». В оригинале фильм сопровождается традиционной классической музыкой, но на этом показе Сергей Летов предлагает зрителю свой саундтрек из подобранных мелодий и шумов, дополняя композицию импровизацией на духовом синтезаторе. Кроме того, что каждое следующее выступление Сергея эксклюзивное, в записи озвучки фильма от маэстро нет нигде. И вообще, не вся музыка и не все искусство обязательно должно превращаться в какой-то мерч. Да, вот, поэтому я вообще не люблю записываться. Но мне не интересен сам процесс, мне интересен концерт. Некоторое все-таки взаимодействие с публикой. Вот, даже если публика не обращает внимания на музыку, а в основном пришла посмотреть какой-то фильм, да, я стараюсь следовать атмосфере. Помимо оригинальной озвучки, музыкант исполнил 40-минутную импровизацию под минусовку на духовых, на синтезаторе и саксофоне. Сергей Летов часто гастролирует по стране со своими экспериментальными работами. Предпочтение при выборе места концерта он отдает малонаселенным городам и селам. В них больше камерных площадок, что делает атмосферу выступлений более душевной. Сам музыкант говорит о своем творчестве как о противоположности примитивной популярной музыки, которая лишь затуманивает сознание зрителя. Николай Соболев, Александр Борисов, служба новостей.